Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Observer. В прошлой части я нашел обезглавленный труп. Я думал, это мой сын. Пока непонятно. Сейчас мне нужно найти женщину с инициалами HN. Не знаю зачем, но, видимо, она нам нужна. Что ж, продолжим. Так... В прошлой части мы познакомились с двумя абсолютно харизматичными персонажами. Непонятный человек или робот, полусшитый консьерж, пока дружелюбный, но странный. И его не менее дружелюбный робот с граффити на боку. По-моему, его зовут Руди. Что с экраном? Почему он рябит? Так, продолжим поиски. Я думаю, нам нужно найти комнату 100... Да, 104 и 106. Две женщины с этими инициалами. Что за мир? Ладно. Так, что тут за комнаты? По-моему, здесь все комнаты нулевые, здесь сотых нет. Так, а где же нам искать сотые? Может быть, они спрятали их? Может быть, за ними? Нет, туда меня не пускают. Значит, туда пока рано. Сюда мне тоже не... Да что с экраном? Очень отвлекает. Здесь? Что здесь? Интересно. Ух, фризит. Мониторы. Требуется введение синхрозина. Так, насколько я помню, можно сделать это здесь. Абсолютно рябь пропала. Прекрасно. Теперь я понял, как от нее избавляться. Что у нас здесь? Интересно. Консьерж? Ты не должен знать. А я хочу узнать твои секреты. Прикольно. Что это за место? Ну, логично, что подвал. Здесь никого? Как тихо. Камера, запомни, меня здесь не было. И где мы? 001-017. По-моему, мы здесь были. Hey, you there. Come here, quick. У тебя злая собака, я не хочу к тебе. Так, а тут у нас улица. Блин, да мы ходим кругами. Ладно. А что у нас там? Так, ладно. Раз ты позвал, значит, у тебя есть что-то для меня. Где ты? Hey, да-да, я here, здесь. Quick. Что тебе? What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Да нет, это просто неисправность. You would say that, wouldn't you? To keep us at bay until the cleaners come. Oh God, they're coming for me. Что за чистильщики? I don't want to die. Calm down. No one's coming.
Друг, у тебя очень огромный глаз. Ты не хочешь открывать? Ну и сиди там. Так, ну здесь я был. Совершенно точно. Ничего не изменилось. Пичка, ты мне мешаешь. Сколько вас тут? Пойдем проверим второй этаж. Ага, вот 104-я. Туалет, коридор. Наверное, не сюда. Тут еще есть третий этаж. Ладно, пока сюда не пойду. Hey, you. I can hear you out there. Help me, please. Прикольный акцент. Ну? What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh, God, у тебя сегодня please, день рождения? Not today. Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's a private matter. I'd rather not talk about it. Suit yourself. Что у тебя там? Are you okay? Sounds like you're in pain. Oh, it's fine. I'm just... I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, that's your condition. I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Hey, wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Hmm, anything else? The smell, it seemed oddly familiar, reminded me of my childhood. Your childhood? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Hmm. Интересно. В прошлой серии я нашел труп, на котором были порезы от когтей. Телевизор в туалете. Опять. Ну, у нее хотя бы с лицом в порядке все. Дата смерти. Ничего себе. Кто-то разбил раковину. Так вот, в прошлой части я нашел труп, на котором были царапины от когтей. И на стене они были тоже. Так. Так вот, если это сопоставлять, то тут какой-то зверь. Или робот. С когтями. Так, а какие комнаты мне нужны? 104 и 106. Значит, мне дальше. Что тут у нас? Здесь ничего интересного. 103. 104. Да, где 106? Ага, все, вижу. Так. Ну. С Богом. Anyone here? Стоп. Кровь. Still fresh. Еще теплая. Эй, здесь есть кто-нибудь живой? О, парень, мне надо тебе помочь. Jesus. Хотя тебе уже не поможешь, похоже. Ты еще живой?
Блин, кто с тобой это сделал? Don't be afraid. Да он тоже весь царапинах. Может вызвать скорую? Друг, что случилось? Да самый резонный вопрос. Ему помочь сначала бы. Он же наполовину на полу. Конечно, позову помогу. Блин. Still no connection. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. Блин, да ему не до этого. Вы что? Друг, собери их. Есть скотч. Don't try to talk. There's another way. Какой способ? Ему не до этого. Ого. Ты шутишь? Начинается матрица. Амир. Нет судимости. А, нет, есть. Профессии нет. Пол А1. Нападение, хранение наркотиков, грабеж. Отключиться. Ну что? Subject approved. Прости, друг. Там была такая кнопка. О боже. Воу. Дверь. Где дверь? Что происходит? Да я не хочу идти. Ёлки. Hey, baby. I'm home. А, это я говорю. Стой. Тут все по-другому. Что происходит? Кто здесь? Какие-то поляки. Или сербы. Оу. Блин. Игра начинает пугать. Что, опять эта дверь? Кто? Где? Что за место, блин, что за коридоры? Почему я телепортируюсь сюда? Оу. Оу. Простите, я ошибся дверью. Нет? Блин, мне придется туда идти. Все-таки нет. Воу. Ёлки. А зрение не работает. Мне можно туда? Да, мне можно сюда. Что? Я только что отсюда. Воу. Хорош. Мне уже жутко. Я не хочу сюда идти. Здесь есть кто-нибудь? Закрыться надо. Фух, дайте попить водички. Кровь. Нет, спасибо. Воу. Ну что за дичь? Блин, да что такое? Я не успеваю развернуться, уже все меняется. Обалдеть.
Да что ты? Прекратите. Очень жутко. Я на 9-м этаже. Обалдеть. Почему дверь зеркальная? Или прозрачная? Да, прозрачная. Блин, неужели его так прет перед смертью? Или он под наркотиками? Это глазок? Как прикольно смазывается. Блин, что ждет меня впереди? Нет. Пока все очень спокойно. И это, похоже, угнетает. Точнее, это нагнетает. Что происходит? Заключенные. Блин, жутко. Что-нибудь можно посмотреть? Нет, не работает. Ого, в первый раз вижу свою тень. Фредди Крюгер. Ладно. What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Что это было? Похоже, я наркоторговец. Или наоборот. Непонятно. Что с предметами? Почему они прозрачные? И летают. Можно? Ух ты. Блин. Это интересно. Кто это сказал? Кто здесь? Что происходит? Воу. Нет. Если смотреть на лампочку, то все говорит о том, чтобы нужно бежать отсюда. Чтобы убежать отсюда. Блин, я уже заговариваюсь от этих фух, пуганий. Лампочка. Веди себя спокойней. Кто здесь? Да кто ты? Воу. О-хо-хо-хо-хо. Кто? Что это, блин? Нет, я не хочу. Блин, друзья, давно не пугался я так. Давно не играл в такие игры. Блин, не обязательно идти за ним. Что такое? Куда идти? Блин, я никуда не хочу идти, я хочу отсюда выбраться. Где я? Что я сделал? Телепорт? Я выхожу из той же комнаты, в которую захожу. Прямо. Ага.
Налево. Что-то новое. Блин, чувак, у тебя с головой что-то не так. Попробуем сюда. Что за лабиринт, блин? Налево, налево. И я опять здесь. Назад. А куда здесь идти? Кажется, я понял. Нужно идти туда, куда показывает телевизор. Сейчас это у нас... Так. Дверь с проводами. Вот она. Воу. Что я здесь делаю? This fucking slop again. Какие помои? Тут ничего нет. Ух, надо собраться. Так, ложка. С цепью. Только что не было цепи. Он что, сидел в тюрьме? Видимо, да. Ну да, у него ведь были судимости. Поэтому его так колбасит. Что происходит? Опять это? Кто здесь? Что опять? О боже, они близко. Валим. Беги, Форест, беги. Нет. Блин, какой психодел, я не понимаю. Что по телеку показывают? Эй, друг. Хотя можно ли тебя назвать человеком? Куда мы едем? Здравствуйте. Мне туда, да? Эй, офицер. По-моему, ты странный. Так. Ух, как тебя прёт. О, так это же я. Блин, тебе надо успокоиться. Ой, ладно, я готов. Стоять. Стою. История заключенного. Я понял. Пойдем. А сейчас, как в Half-Life, меня кто-то спасет. Кайфуете? Ну, кайфуйте. Скоро я выберусь на свободу. Меня ведут уже в камеру? А если я убегу? Ладно. Одиночки. Ну? Веди меня быстрее. У вас тут что-то с проводкой. Воу. Где?
просто идти. Кто говорит? Что происходит? Это его воспоминания? Видимо, да. У тебя есть хоть одно положительное воспоминание? Побежали. Мне это надоело. Я тебя не выпущу. Елки. Что происходит вокруг? Давай, ты сможешь. Давай, давай, беги. Прекрасно. I need to get out. I can't take it anymore. It's gonna be all right. It's gonna be all right. Это твоя камера? С кем ты говоришь? Здесь нет никого. Fuck yes. Finally. Что ты поднял? Воу. Да тебе кайфово. Друг, я против наркотиков. Вот поэтому. Господи, да что? Опять здесь? Кто кричит? Что? Я не хочу. Блин. Выпустите. Куда? Что? Что? Где? Я не понимаю. Остановите это безумие, блин. Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Да. На дискотеку самое то. Давай, веселись. Ну и что, и кто, и где мы, с кем мы познакомились? Похоже, что с девушкой с инициалами HM. No, I could see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal, lost, alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. О, блин, опять падаю. Тату? Мы все-таки сделаем тату. Или нет? Это зеркало? Никого. Кто? Он просто прошел. In sickness and in health, forsaking all others. To have and to hold. Церемония в тату-салоне. Any regrets? None. Итак. Можно выдохнуть? Это закончилось?
Пока я ничего не понимаю. Зачем мы влезли в его голову? Что мы здесь ищем? Кроме диких страхов. Кроме того, что он наркоман и... душ. И что он встретился с девушкой на дискотеке. Я ничего не понял. Еще раз. Ну как хочешь. Значит, пойду в другой. Воу. Друг, давай ты не будешь меня пугать. Да что за дичь? Прекращайте такие звуки издавать. Блин, ты не по себе уже. Там был душ, а не туалет. Эй. Воу. Воу. Прекращайте. Куда идти? Что делать? Как отсюда выйти? Что это, душ? Душ. Ты меня ведешь куда-то, да? Блин. Мне кажется, добром это не кончится. Тихо там. Я тебя не боюсь. Да, я смогу тебя побороть. Нет. Или так? Нет. Душ. Пусти меня. Да могу, конечно. Зараза. Ладно. Ух ты. Не могу к этому привыкнуть. Во. Блин. Это дикий психодел. Я давно в такие игры не играл. Напоминает Сому. Одни банки. Кровь. А теперь горячее. Что? Где ты? Да я пытаюсь. Она не крутится. Что происходит? Кровь? Вода? Что это? О боже, опять. Блин, нет, я не умею плавать. Вода, убирайся. Блин. Что с ней случилось? О, это тот монстр? Aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Блин, да у него все наружу вылетело от этих снов. Блин, я так и не понял. В конце это был тот зверь? Или что это было? Так, мне похоже, нужно опять вести эти лекарства. Что это? Наркотик? Ну и пусть лежит. Так, лекарство. Блин, это было жутко.
Надеюсь, дальше будет не так страшно. Хотя, насколько я полагаю, в таких играх, чем дальше, тем страшнее. Что это? Iron Corporation ID. Low-level clearance, but still valid. Видимо, это не то, что мы ищем. Они повиснут? Прикольно. Блин. Жалко, что мы ему не помогли. Извини. Я там не топчусь по тебе. Что это? Отлично. А это? More feed. Some of the counter painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. Значит, ты все-таки дилер. Может быть, по делам тебе. Прости. Так. Скотч. Везде скотч. Так у тебя был скотч, можно было тебя заклеить. Дурачок, чё ж ты не сказал? Блин, well, после well, этого... You must be Helen. Что What это? Else are we hiding in here? Наверное, это просто рамка. После этого приключения как-то жутко. Хотя нет, здесь спокойнее. Ух ты. Здесь есть что-нибудь? Подожди. Что у нас здесь? Кто это? Ладно. Компьютер. Продуктивный гражданин. Так, я думаю, вы прочитаете. Тату-салон. Все повреждено. Что это? Реклама? Документ, резюме. Родился в 2052 году. Умеет работать с людьми. Эффективно решает проблемы. Может эффектно работать даже в неприятных условиях. Уборка отходов. Очень интересная работа у тебя была. Уборка улиц. Теперь понятно, почему ты до этого докатился. Опять эта игра? Нет. В этот раз я играть не буду. Так, и что мы ищем? Вариант опросить соседей. Проверить квартиру Новиков. Новаков. Найти Хелену Новак, видимо, его девушку, и клиентов. Да, нужно найти клиентов. Так, давайте осмотрим, что у нас здесь. Здесь карточка. Карточку мы уже смотрели. Что это? Voice box implant. Not uncommon among long-time thieves. Да. The only thing that was keeping him alive. У тебя был искусственный клапан? Так, здесь я ничего не вижу. Здесь ничего особенного. Давай посмотрим так. Что у нас здесь? Волосы. Some strange-looking hair. Not human. Not animal. Учтем. А, то есть ванная кровь тебя вообще не интересует. Ничего особенного. Медицинский ингалятор. Ну, друг, ну зачем тебе на кишки смотреть? Рваная рана. А здесь у нас что? Wedding tattoo on his left hand. This could help me find the woman I'm looking for. Ну ладно. Так, это мы смотрели. Так, видимо, нам наружу. Ну что? Надеюсь, здесь все спокойно.
Да, здесь все спокойно. Так, закройся. Leaving the crime scene. Pursuing a lead. Victim's wife could still be in the building. Maybe the neighbors know something. Так, мне надо опросить соседей и посмотреть квартиры его клиентов. Ладно, сделаем это в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите друзьям, показывайте мои ролики. И всем пока.